Спорт как праздник. В универсальном спортивном комплексе Подмосковья прошли ежегодные соревнования, чемпионат и первенство Московской области по чирспорту. Соревнования проводит Союз чирлидинга России. Из года в год они проходят масштабно. Блеснуть своим мастерством в этот раз приехали более 900 спортсменок из 26 клубов со всего Подмосковья. Чирспорт – это невероятно красивый вид спорта, сочетающий в себе элементы гимнастики, акробатики и танцевальных движений. Он требует от спортсменок не только физической подготовки и выносливости, но и артистизма, чувства ритма и умения работать в команде. На паркет гостеприимного манежа универсально-спортивного комплекса Подмосковья некоторые участницы выходили не по одному разу. Всего выступлений было более 1500.